У питомцев зоопарка новоселье. Не у всех, правда, но вот страусы, журавли, кенгуру и эму дождались новых апартаментов. 7 просторных вольеров с деревянными домиками установили за последние несколько месяцев. В этом году мы выделили непосредственно 2 миллиона рублей на то, чтобы построили вольеры для японских журавлей, которых сейчас мы выпустили, для страусов. И мы видим, что вольеры очень качественно сделали, хорошо, теплые домики для них. Зимой теплые домики как никогда актуальны. Правда, стоит отметить, что обогреватели выделили не всем. Некоторым морозы по душе. Минус 20 для них вполне естественные условия. Домики частично отапливаются, частично не отапливаются. Все зависит от вида птицы, ну, которых журавли сегодня мы выпустили. У них помещение неотапливаемое, они нормально переносят наш климат. Сейчас, вот видите, в морозы они гуляют на улице и даже в домик не заходят. А вот кенгуру, которые приехали в наш зоопарк из Калининграда, новоселье пока не отметили. Этих животных не было в местной коллекции целых 2 года. Жить им в Иванове было негде. И вот совсем скоро кенгуру переедут в новый вольер, и посетители смогут вновь наблюдать за жизнью сумчатых. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.